наткнулась на такую интересную группу. Вы знаете, что в лишку играть я не умею, так что давайте подыщем себе наставника. Но сначала прочекаем по ОПГГ этих лучших представителей рода человеческого. Первым будет джедай Спиноза. Голд 3, не так уж и плохо, этот русский джентльмен выглядит многообещающе. Ох, еб вашу мать. Тут все ясно максимально. Два сезона в бронзе закаляют характер. Атак Спид Тринда и Джинской Деа. Японского Камикадзе, а также Ясик с Игнайтом на сдачу. Ну хоть винрейт не такой помойный. Харный хлопец тунец. Не отстает от предыдущего мастера. Хитрый парень кинул всю текстовую парашу картинкой. Но мы не пальцем деланы, мы печатать умеем. Сейчас посмотрим, знает ли молодой человек основы каждой линии. Изи vs картинки. Тут все чисто. Голд 3 опять же все окей научит. А, интересный молодой человек с забавным ником. Возможно художник, но это не точно. Обучает владению всеми лайнами, чакрами и открытию шарингана. К сожалению, Тима Пидоры не дают апынуть чалик. 4 сезона подряд. На Вейгаре с винрейтом в четверть сотни. И Аде Сараки, успешно тестируемый в нормалах Российской Федерации. Верикон знает мемсы. И умеет играть в эту богом проклятую игру. Покажет, расскажет все об игре у Вилди. Мейнит Сашими из Сильди. Мне про таких сказать нечего. Кроме того, что в этом конкретном индивиде же в дух 2007-го и он тарит слезы, пока спамит смехом напротив врагов. Оставим его наедине с красными плашками и разбитым сердцем. Воин, маг, убийца, человек и пароход Кахасаран. В это могу поверить, хоть дела у тебя не особо хорошо. Неожиданно наставники кончились. Что ж, удачи этим ребятам. Ссылку на группу оставлю в описании.